Многие впервые увидели Осима на Экспо. Ежегодная выставка в Японии для роботов – это как зимнее сборище в Куршавеле. Можно и других посмотреть, и себя показать. В этом году в полку андроидов прибыло. Появились охранники, воспитатели и носильщики. Только роботы легкого поведения постеснялись приехать. Первый закон. Робот не может причинить вред человеку. Второй закон. Роботы всегда должны выполнять приказы человека. Третий закон. Робот должен заботиться о собственной безопасности, если это не противоречит первому и второму законам.